Товарищ Холостор, это все, на что ты способен? Бой с Люцифером был куда заняться. Я лучше всех знаю, когда человека лжет, Дэниел. Запах твоего страха слышен лучше, чем твои слова. Давно у меня не было возможности помучить такого достойного противника. Нет! Придется тебе мучить кого-нибудь другого, демон. Что? Нет! Нет! Остановите его! Идиоты! Схватите его! Мой! Холостор, нет. Тебе не победить. Ты погибнешь и начнет править другой. Не подходи, или мне придется тебя убить. Ты, сестричка, смотри, куда ты направляешь эту штуку. Прости, я думала, что ты... Холостор. Да, я понимаю. Кстати, это был отличный трюк. Он спас нас из задницы. Где ты этому научилась? Потом. Кажется, мы нисколечко не приблизились к моей... нашей цели. И какова сейчас наша цель? Уничтожить Холостора, прежде чем его войска атакуют чистилище. Но теперь он знает о наших планах, и задача заметно усложнилась. Я полагаю, это моя ошибка? Не будь смешным. Никто, Самуил, Люцифер, Холостор и даже я не думал, что ты продвинешься так далеко. Это серьезное достижение для Анечка. Да, но этого еще недостаточно. Мне нужно помешать планам Холостора. После того, как я вооружусь, тебе придется снова отправить меня в ад. Тогда Холостор заплатит за то, что он сделал с тобой, со мной, и за то, что он собирается сделать с душами в чистилище. Пути назад в ад нет. Единственный вход был через монастырь, а теперь его нет. Почему бы тебе просто снова не провернуть тот трюк? Этот трюк, как ты его называешь, работает только в одну сторону. Кому может прийти в голову искать дорогу в ад? Проклятие. Ева, я знаю, что Холостор не собирается сидеть сложа руки. Я не так уж сильно потрепал его войска. Он собирался напасть на чистилище. Я не знаю, от чего бы он мог передумать. Он не станет нападать, если у него не будет пути к отступлению, на случай, если бой повернется не в его сторону. Они трусы, а у трусов всегда есть путь отхода. Я готов спорить, что, перехватывая его войска на входе в чистилище, я задержу вторжение на срок, достаточный, чтобы найти этот путь. И тогда я покажу Холостору, что значит боль и мучение. Проблема в том, что я все еще здесь. Он ни при каких обстоятельствах не появится там, где я побывал. Он не пойдет на меня, если только не будет на своей территории. Ты была здесь куда дольше, чем я. Ты должна догадаться, куда Холостор отправит свой авангард. Покажи мне. Мест может быть много. Вот, приют. Приют? Чистилище есть дети? Конечно. Души детей в большинстве своем не злы, не добры. Они балансируют на грани, а значит, повисают в чистилище. Со временем судьбы большинства душ решаются, и они уходят своей дорогой. Но некоторые, самые измученные, остаются там навечно. Многие из них собираются в приюте. Зачем Холостору и его войскам идти в приют? С душами детей легко управлять.
Аластор с легкостью найдет там множество последователей. И лучше тогда не считать их детьми. И если Аластору удастся извратить их, они будут столь же опасны, как и любые другие обитатели Чистилища. Значит, я начну с приюта. Подожди. Сейчас я не могу. Если мы дождемся утра... Если мы дождемся утра, может быть уже поздно. Аластор не будет ждать, я знаю. Тебе следует остаться здесь. Это сражение я должен выиграть сам. Дэниел. Если тебе удастся убить Аластора, не подпускай туда никого из прислужников. Любой, кто окажется в непосредственном контакте с ним, пока из тела не ушла жизненная энергия, может принять его силу и занять его место. Это будет новый правитель ада. Спасибо за предупреждение. Если я уничтожу Аластора, я встречусь с тобой. Если нет, что ж, сожалеть об этом нам уже не доведется. Ну что ж, здравия желаю, братья и сестры, с вами как всегда Тенгер Кейн. Мы теперь с сегодняшнего дня начнем проходить единственное DLC для Painkiller. Так, как он называется вообще? За пределами ада, вот, называется. Да, вот, начинаем за пределами ада. Так, сразу смотрим. Первый уровень приют. Уровней, по-моему, тут 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, ровно 10 уровней. Так, статус карты. Пройдите уровень, не получая повреждений. Ну, не, это я точно тут не справлюсь. Так, собираем все старые карты. Ловец душ. Поглощать душу на расстоянии. А? На расстоянии? Да ладно. Спаситель души, больше здоровья. Превращать в демона через каждые 50 душ. А. Увеличивает начальное здоровье. А у меня 0, по бабкам 0 оказывается. Ладно, черт с ним. Да, что я хотел сказать. Явно видно, что это катсцена. Катсцена уже по-другому выглядит, новые модельки и все такое. Может быть, и лучше выглядит, но анимации, особенно движение губ и анимации лица, такие себе выглядят. Вот это первое. А второе, да, Ева, мне кажется, как-то, не знаю, не очень уже выглядит. Мало того, что на ней уже наконец-то появилась одежда, ну, прикрывающая грудь вместо волос, так она еще и стала рыжей почему-то. Хотя в оригинале она брюнетка. В оригинале она мне, ну, ее внешка больше нравилась. И третье, это то, что... Вступительная катсцена, как мне кажется, какая-то затянутая. Я прям ждал, когда она закончится, когда уже можно наконец-то поприветствовать вас всех и начинать. Ладно, давайте хорошо болтать. И первый уровень у нас приют. Всем приятного просмотра. Да, играю я, напоминаю, впервые это DLC. Поэтому не судите строго. Прошу прощения. Так, фонарик есть? А фонарика нет, прикиньте. А, у меня сейчас только вот это оружие. Тихо. В воду не падаем. А, фонарик есть же вон. А, душ нет, прикиньте. Да я уже завалил задание. Нифига себе. Охереть, как тут темно. Блин, опять наушники слазят. Жутковатое местечко. Однако. Thank you.
Нифига себе. А, и что дальше? А, понял. Короче, видимо, этот уровень надо не торопясь пройти. Опа, пушечка. Нифига себе. Что-то живучие какие-то дети. Это точно бессонница? Да. Черт. Не подходите, сволочи малолетние. Ты чё за Пиноккио? Или Буратино, как угодно. А здесь что? А. Чё вы такие живучие? А, детишки? Что-то сложновато уже пошло и все. Давай быстрее. Ай, тихо. Они взрываются, что ли? Бля. Не успел.
А, внизу. Ой, блядь, нихуя себе. А как его? Как его, как эту дрянь одолеть? Да что делать-то? Не понимаю. Убегать типа что ли надо? Куда он идет? Да, это сволочи. А он поглощает души, что ли? Охренеть. На тебе жопень, тварь. Да он, блин, железный. Давайте, ладно, вниз. А, он меня не впустит. Пока я его не... Да, все-таки надо победить эту тварь как-то. На, тварь. Все. Готово, сволочь. Наконец-то. А то я уже думал, что его убить нельзя. Надо убегать, типа. А это сраная монашка. Опа, новая пушка какая-то. И что это такое? Огнемет. А, все? Ровно 10 минут. Ну да, карту мы уже не взяли. Ну и черт с ним. Ну что ж, да, продолжим в следующий раз. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, оставляйте отзывы в комментариях. Также не забывайте делиться с этим видео с друзьями. А еще вы можете подписаться на мои социальные сети в описании к видео. Всех целую, всех обнимаю, всем до встречи, всем удачи. Берегите свое здоровье и помните, один путь, одна цель.